Здравствуйте, с вами телепередача «От кольчуги до брони» и ведущий Станислав Коробков. Сегодня мы поговорим опять про Первую мировую войну. Первая мировая война, Российская империя. Асы. Авиация Российского императорского воздушного флота. Что значит асы? Асы зародились, можно сказать, Первую мировую войну, пилоты, которые по каким-либо причинам смогшие сбить 5 аэропланов противника и более. Титул этот был придуман не в России, а на Западном фронте. Первым в мире асом принято считать Ролана Гарро, француза. Но это первый в мире сбивший именно самолет в воздушном бою. А первым вообще уничтожившим в воздушном бою самолет противника является, по нашему определению, Петр Нестеров, который, не имея вооружения на самолете, с помощью тарана уничтожил самолет противника. В Первой мировой войне около 15 русских летчиков, сбив 5 и более самолетов противника, заслужили почетное звание ас. Из русских асов самыми выдающимися считался Александр Казаков, который сбил 17 подтвержденных и 32 неподтвержденные победы. Евграф Крутень, который сбил 15 немецких аэропланов и 20 неподтвержденных. И 15 машин сбил Петр Агеев. Это самые известные русские асы. Особое место среди асов русской авиации занимает Корнет Гильшер. Русский парень, в 22 года погибший и избивший 5 неприятельских аэропланов. Маленькое отступление. Сбивал он эти аэропланы, будучи инвалидом. В одном из полетов он потерял ногу. То есть можно его сравнивать с нашим советским героем-летчиком Нересьевым. Он летал без ноги. А теперь все по подробности. Юрий Владимирович Гильша родился 14 ноября 1894 года в городе Санкт-Петербург. Мать Юры, урожденная Азанчеева, Азанчевская, принадлежала к древнему роду московских столбовых дворян. И свое детство Юра вместе с братом и сестрой провел в подмосковном имении Азанчеева. Воспитание, образование он получил соответствующее своему сословию, ну, грубо говоря, дворянин, что об этом скажешь, то есть по-современному золотая молодежь. Увлекался верховой ездой, без труда окончил Московское Алексеевское коммерческое училище. Окончание училища совпало с началом войны. Долг дворянина не позволил Юрию отсидеться в тылу, ибо отечество нуждалось в защите. И Юра поступил в Николаевское кавалерийское училище. Опять же, у него были навыки верховой езды, собственное имение, лошади. Вот. И в училище, в Николаевском кавалерийском, показал себя с очень неординарной стороны. То есть он оказался довольно умным человеком. Училище было им довольно. Он хорошо постигал воинскую науку. Например, вот заняв на соревнованиях по стрельбе из винтовки, он занял второе место, за что получил специальный нагрудный знак. Командиры были им очень довольны. И 7 мая 1915 года Юра, как один из лучших, получил новое звание. Юнкер-унтер-офицер. То есть он получил унтер-офицерское звание. Это уже о многом говорит. Закончив военное учебное заведение по первому разряду, то есть лучше уже было некуда, 1 июня Юрий вышел из него уже прапорщиком. К тому времени командование русской армии успело понять, насколько заманчива перспектива использования в военном деле аэропланов.
Поэтому военная авиация срочно усиливалась. Армии нужны были летчики. Так как Гильшер видел аэропланы, видел их полеты в Санкт-Петербурге и до войны, и во время войны, он, разумеется, как человек, ищущий и такой с винтиком в одном месте, шилом, можно сказать, заинтересовался авиацией и не мог пройти мимо этого дела. А дело было такое, он решил стать авиатором. Он подал рапорт с просьбой о направлении его в одну из авиашкол, на что командование согласие одобрило. Прибыв в Гатчинскую авиашколу, он приступил к изучению устройства аэроплана и практическим полетам. Как и прежде, знания давались ему очень легко, и он довольно быстро усвоил необходимые навыки. Инструкторам нравился этот любознательный и инициативный молодой человек. В августе он уже летал самостоятельно. То есть талант будущего авиатора у него уже проснулся. Подтверждением неординарных способностей может служить тот факт, что 21 августа прапорщика Гильшера командируют на 2 недели для охраны царского села, для несения службы в спецотряде, призванном охранять императорскую резиденцию с воздуха. Ну, тут маленькое отступление. Вроде фронт далеко, зачем этого было надо? Ну, во-первых, маленькая правочка. Кроме аэропланов, в Первую мировую войну противоборствующие стороны применяли еще и другие аппараты тяжелее воздуха, то, что называлось дирижаблями. Кстати, Германия по дирижаблестроению опережала всю планету вместе взятую. И ее воздушный флот, именно дирижаблей, был довольно силен. Могу только напомнить, что с помощью дирижаблей морского подчинения, то есть морских дирижаблей и сухопутных, германская армия бомбила Париж и Лондон, ну и города поменьше. Были попытки германских дирижаблей подлетать к Санкт-Петербургу, но дальше попыток у них ничего не пошло. Вероятнее всего, их отрезвляло то, что по разведданным первые многомоторные самолеты «Илья Муромец» несли орудия, что горячие головы германцев немножко остужали. И полеты они больше не производили. Ну, как говорится, от греха подальше, поэтому воздушное прикрытие резиденции должно было быть. И вот молодой, недавно севший за штурвал аэроплана, летчик, показавший свои хорошие способности, был направлен для охраны императорской резиденции. Это ли не признак командования к заслугам молодого летчика, которому всего 20 лет? И самое главное, звание пилота он еще не получил, он еще находился на обучении в Гатчинской школе. Итак, 9 сентября Юрий получил звание летчик после сдачи испытаний. Просто летчик. После этого, 8 октября, когда было закончено наконец обучение, Юрий получил назначение в 4-й авиационный отряд. По классификации тех лет сокращения были АО, то есть авиационный отряд. 17 октября ему было наконец присвоено звание военный летчик. И он вместе с 4-м армейским отрядом отбыл на фронт. На момент нахождения уже на фронте авиационный отряд был вооружен самолетами типа ВОЗ. Здесь, к сожалению, он дан именно с варианте РККК, гражданской войны, но тип именно такой. Итак, именно на этих машинах 4-й авиационный отряд совершал разведывательные полеты для нужд армии в районе станции Кайданова. Летали в основном
летчики на разведку. По поводу воздушных боев, время еще к ним не пришло. В основном в эти годы, точнее 14-й, середина 15-го года, на фронте в основном использовались разведчики. Истребителей как таковых еще не было. Ну, во-первых, отступление. Во Франции только-только додумали отсекатель пуль. Впереди винт. И стоит пулемет. Стрелять очень тяжело, потому что пули могут повредить сам винт. Умные галлы додумались ставить на винты конические отсекатели для пуль. Особенно они преуспели на маранах. То есть ставили на лопасти винта металлические отсекатели, и половина пуль попадала в винт и не пробивала деревянный винт, а отскакивала рикошет. Так поступали французы. После того, как один из аэропланов, кстати, с Гаро, сел на вынужденную на германскую территорию, немцы это все быстро, так сказать, прочухали и приняли, что это очень даже интересно. А потом Фокер, авиаконструктор, додумал синхронизатор. И только лишь после этого, как истребители, начали машины применяться в Первую мировую войну. Наступил ноябрь, начало, как говорится, холодать. А моторы на Возенах стояли, хотя и внешне очень похожие на звездообразные двигатели, но на самом деле это были двигатели Сальсон, которые считались водяного охлаждения, потому что были двумя радиаторами. А для радиатора холод не очень есть хорошо. То есть при неработающем двигателе могло порвать радиаторные соты, и были проблемы. Поэтому для того, чтобы моторы не замерзали, время от времени двигатель надо было приводить в рабочее состояние, чтобы немножко его запустить и прогреть. Это была практика тех лет, ничего в этом такого нету. Нормальная практика эксплуатации аэропланов того периода. Но 7 ноября летчики Гильшер и Соловьев были откомандированы к штабу армии для получения заданий и выполнения этих заданий. А так как немножко холодно, надо было запускать двигатель. И вот такая вот нехорошая вещь с Юрой случилась. Во время одного из таких запусков Юрий травмировал руку при отдаче рукоятки. То есть руками запускался винт, от этого запускался весь двигатель. И это было довольно небезопасным мероприятием. В принципе, и во Второй мировой войне на некоторых машинах так винт, этот двигатель запускали на аэропланах. В общем, парню не повезло. Он не успел отдернуть руку. Рука у него, разумеется, была раздроблена в нескольких местах. Закрытый перелом обоих костей правого предплечья. Сильный ушиб кисти. Руку загипсовали, и о полетах в таком состоянии не было и речи. Гильшер выпросил у командования разрешение в командировку в Москву на завод «Дукс» для принятия запасных частей. Почему он это сделал? Ну, патриот, он не посчитал сидеть без дела. То есть он боевой летчик, летать он не может. Он считал, что он хоть этим мог бы какую-то пользу своему отряду приносить. И принимал у завода-изготовителя, завода «Дукс», запасные части к аэропланам своего отряда. Деятельная натура Юрия не давала ему покоя. Рука потихонечку начала заживать. И 31 января 1916 года он подает рапорт командиру отряда о том, что он хотел бы учиться дальше. Вот что пишет он в своем рапорте. «Ввиду состояния моего здоровья, не позволяющего мне в настоящее время летать в условиях военного времени, и желая использовать это время для обучения,
На быстроходных бипланных системах Ньюпор, Маран и Сопич прошу командировать меня в военную авиационную школу. Командование не стало возражать, и в феврале Юрий отправляется в Одессу в авиашколу для переучивания именно на чистый истребитель типа Маран. Для Юрия переучивание на новый тип аппарата не заняло много времени, так как он был уже опытным пилотом. Вероятнее всего, тут еще способствовало то, что в те времена называлось птичий инстинкт. Не каждый человек того времени мог управлять аэропланом. Вот, опять же, еще одно отступление. Не каждый современный летчик рискнул бы сесть за аппарат начала прошлого века. 8 марта он закончил обучение и получил назначение в 7-й авиационный отряд истребителей. То есть именно соединение, которое в основном занималось уничтожением самолетов противника. Чистое авиационное соединение истребителей. 7-й авиационный отряд. На тот момент, когда он прибыл в этот отряд, на вооружении отряда находились несколько типов аппаратов. Сикорский С-16. Очень хороший истребитель. На тот момент это была новинка именно русской промышленности. Кроме этого, были самолеты, опять же, русской промышленности. Именно не лицензионные, а русской разработки. Моска. Ну, фамилия такая была, авиаконструктора итальянская. Ну, а так он считал себя русским. Моска — это тоже были истребители. И несколько самолетов Маран. Это были основные. Чуть-чуть попозже к ним присоединились несколько истребителей Ньюпор тип 10. То есть двухместные машины. И вот с помощью этих аэропланов 7-й авиационный отряд располагался и воевал против неприятеля с аэродрома у местечка Ялоново. Ялоново — это территория современной Галиции, Галицкий фронт. Основной задачей отряда было воспрепятствование полетов неприятеля, то бишь австрийских самолетов-разведчиков, и их уничтожение. Ну, если такое получалось, это было хорошо, а так вполне российскую армию устраивало, если бы эти разведывательные аппараты австрийцев хотя бы просто отгоняли. Ну, чем они в основном и занимались, так как дело истребителя было тогда новое, и многие даже не знали, как управлять аппаратами для того, чтобы уничтожить неприятельский аппарат.